сейчас прозвучит не менее замечательное произведение, всеми нами любимое, еще тем более у нас уже завтра Рождество, Чайковского «Танец феи дрожже». Но мы оркестр собрать не можем, поэтому вот прозвучит переложение для квартета. Вам исполнит струнный квартет «Перспектива», и будут исполнять Любовь Тихонова «Скрипка», Виктория Харитонова «Скрипка», Наталья Кацун-Альт и Михаил Оленин «Виолончель». «Танец феи дрожит».